друзья, в этом видео вы узнаете анонс и дату выхода второй серии турецкого сериала «Учитель». Вторая серия выйдет на экраны Турции 11 марта. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. В анонсе второй серии турецкого сериала «Учитель» мы увидим, что когда ученики остались одни в классе, то один из парней хотел сообщить им важную новость, только он не хотел, чтобы кто-то еще это услышал. Когда ребята убедились в том, что никого из посторонних нет, то он сообщил, что, скорее всего, Тугрул все же жив. Эта новость всех удивила, и одна девушка со слезьми на глазах стала спрашивать, неужели это правда? И кто его видел живым? Когда у Акифа стали спрашивать, для какой цели он устроился в этот университет на самом деле, то он ответил, что хочет обучать детей. Ведь разве может быть еще что-то важнее этого? Сам же Акиф скрывает нечто очень важное от окружающих, и он никак не может допустить, чтобы эта его тайна была раскрыта. Акиф пытается донести до своих подопечных, что жить друг для друга – это закон природы. Никто и ничто не должно делать в этой жизни только что-то для самого себя. Ведь если есть слово «мы», то Акиф будет и дальше продолжать существовать. А если есть слово «ты», то только тогда он сможет существовать. Ученики стояли на него и смотрели странными взглядами. Никто не может понять смысла этих слов. Но Акиф просит ребят, чтобы они постарались хоть как-то его понять и сделать выводы из сказанного. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы первыми смотреть наш выпуск. А также пишите комментарии, что вы думаете об этом сериале. До скорой встречи!